пирог. Он прямо он. Вот видите, какой шикарный пирог. Мягкий-мягкий. Приветствую вас всех на своем канале. Сегодня я приготовлю пирог очень быстрый. Раз, два, три. А на счет пять вы уже поставите этот пирог в духовку. Нам потребуется яйца. 4 яйца очень хорошие. Это романовские яйца. Мои любимые, самые вкусные яйца, которые есть у нас в стране. 4 яйца. Смотрите, какие оранжевые желтки у них. 150 грамм сахара всыпаем в яйца. До пенки, чтобы оно объединилось и сахар растаял. Очень хорошо взбиваем. Все, я взбила все. Теперь добавляю растительное масло. 80 грамм. Можно добавить сливочное масло растопленное 100 грамм. Перемешиваем. Теперь я добавлю щепотку соли. Обязательно соль нужна. Добавлю ванильный сахар в пакетик. Здесь 8 грамм. И разрыхлитель. 2 чайные ложки. Это 10 грамм. В тесто добавляю йогурт. Не сладкий, не 100 грамм йогурта. Перемешиваю все хорошо. Добавляю 240 грамм муки. Рассеянный. Спасибо вам, что вы смотрите, досматриваете до конца. Делитесь с друзьями. Вот такое замечательное тесто. Беру 4 яблока. 3 яблока снимаю шкурку, а одно яблоко оставляю со шкуркой. Теперь я крошу их вот такими большими кусками. Не мельчу. Так, четвертое яблочко я делаю вот такими слайсами. Вот так, делаю такими слайсами. Это у нас будет для украшения пирога. Сверху положим так веером. Будет красиво. Теперь я эти яблочки брызну соком лимона и перемешаю. Теперь берем эти яблочки, отлаживаем в сторону для украшения. А эти объединяем с тестом. Объединяем все. Берем форму с антипригарным покрытием и смазываем сливочным маслом обильно. Форму посыпаем мукой после того, как смазали масло. Берем наше тесто с яблоками и выкладываем в форму. У меня форма 28 сантиметров в диаметре. Разравниваем. И сверху выкладываем наши яблоки, которые мы оставили для украшения. Ставим в духовку на 180 градусов минут на 40. Смотрите, какая красота. Сейчас проверим готовность пирога. Зубочисткой. Да, уже сухая. Уже можно доставать. Видите, какой красивый. Если пирог 40 минут, вот такой он. Сейчас я его помажу вареньем абрикосовым. Он будет блестеть, будет красивый. Очень хорошо достается с формы. Этот пирог можно есть горячим. Мне он даже больше нравится горячим. Вот видите, какой шикарный пирог.
мягкий-мягкий. Это очень легкий пирог, его можно есть с молоком. Видите, какой? Замечательно. Ваше здоровье. Тает во рту. Очень вкусно. Яблоки пропеклись. Очень много яблок. Съела полкуска, я не заметила. Очень вкусно. Сахар можете регулировать. Если яблоки сладкие, сахара добавляйте меньше. Пирог. Он прямо дышит весь. Делайте на раз, два, три. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Делитесь с друзьями. Делитесь своими впечатлениями о рецепте. Скоро увидимся. Я желаю вам удачи. Всего самого наилучшего. И шлю вам воздушный поцелуй. Пока!